Даниэль Ривера из Гватемалы – один из немногих художников в мире, который делает скульптуры из простой глины для лепки или пластилина. Ну, здесь, в Гватемале, я единственный скульптор, работающий с пластилином. Но не знаю, есть ли по миру такие, как я. Их должно быть несколько, хотя, скорее всего, их немного, потому что это редко используемый материал. Не знаю, почему. Взгляните, на что он способен. Это копия собора Парижской Богоматери в Париже. Это одна из скульптур, которыми он больше всего гордится. Он воспроизвел интерьер и экстерьер церкви с помощью глины. На выполнение работы у него ушло 8 месяцев. Однако, как только храм был завершен, ему пришлось разрушить его, чтобы построить новый. Это печальный конец. Дело в том, что мои ресурсы ограничены. Из-за нехватки места и невозможности купить больше пластилина, выставку собора Парижской Богоматери пришлось уничтожить. Я вынужден повторно использовать весь этот материал. Прискорбно сносить то, над чем работал 8 месяцев, а затем разрушить это менее чем за 2 дня. Он же сделал эту скульптуру павлина. Она была сделана для посла Индии в Гватемале. Он также воспроизвел эту церковь, находящуюся в Гватемале. А вот этот экспонат использовался во время Страстной недели. Он художник-самоучка, мечтающий получить стипендию для учебы в Европе и продолжить образование. Здесь, в Гватемале, есть много хороших художников, которые отказываются от своей страсти, потому что у них нет возможности для искусства. Среди его проектов – скульптура базилики Святого Петра и центральноамериканские памятники независимости. В 20 лет он сам научился создавать произведения искусства и даже разработал механизм, предотвращающий их разрушение во время землетрясений. Без сомнения, он обладает огромным талантом, который возвращает искусство использования пластилина.